значит, город Краснодар. Сегодня какое число? 30 число. 30 число. Мы едем по делам. Сегодня губернатор Краснодарского края приказал всем, да, Тима, я правильно услышал или понял? Всем вот этим людям тоже, вот они, вот, смотрите, всем приказал ходить в масках. Пока не вижу никого в масках. Они что, губернатора не любят, что ли? Вот приказал он всем, даже вот этому парню, ходить в масках. Как это там называется даже как-то? Масочный, обязательный. Ага. Ну да. Вот, зато у нас делают дороги. Это юбилей, насколько я помню, в микрорайон, да? Ох, ну, да, в масках, нет, ну, Владимир Владимирович своем этом сам недавно сказал, я понимаю, но воздержимся. Этот, который ведет на Первом канале, господи, как его, десантник этот, прямо умолял, чтобы лишний месяц сегодня говорит, ну что вам сложно потерпеть там, еще знаешь, что сказал он? Если у людей есть деньги на шашлыки, значит, они еще до ручки не дошли, соответственно, не от бедности. Да, ну, я имею в виду, вот парень тоже не в маске. Нет, ну, шашлыки-то, Тима, не так дорого и стоит, я насколько понял. Вот этот он город весь. Вот, смотрите, люди тоже идут не в масках, Тима, ну, не в масках. Ну, почему они не слушают губернатора, а? Я не в маске, да, но у меня есть маска, в принципе. Есть маска, и я за столько дней, Тима, карантина, блин, если не воспользовался. Вот мужик опять без маски, ну как так, зато в очках. Что-что? А, ну это у меня есть, да, ну потому что это всегда надо. Вон девушка, вот обратите внимание, девушка без маски прошла сквозь машину, как сквозь этот. О, и упер, а, нехило, да, машина посреди дороги ее ждет. Это что, дикость? Света заметила? С карантином пришла средневековая дикость в Краснодар. Вот много дикаря сразу стало. Вот смотри, ну что, тварь, ну давай езжай уже, а? Вот мужчина красавчик, улыбается, ему наплевать на все. Ребята, коронавирус, это опасно. Коронавирус, он существует. Девушка без маски, сучка. Блин, да что же это такое делается, а? Тима, ну как быть, как быть? Смотри, на луку... На Лукойле машин мало. Опять женщина едет без маски. Господи, а эти о чем думают? Вот смотрите, вот. Ой, ё-моё. А вот эти. Это тоже 20 градусов на улице. Слушай, ну вот девушка, смотри. Ну вот смотри, девушка. Да, может спросить у нее или оставить. Вот идут, они, на них масок нет. А вот еще одна девушка идет навстречу. Сейчас вот смотрите. На ней тоже нет маски. Вот. Ну как? Слушай, ну губернатор начал трещать. Ну давай ты уже на своей бэке уже достал. Он еще тоже без масок. Ай-яй-яй. Вот он, патруль отрядов Путина обнаружил. Что только не обнаружит этот патруль. Вот, ребята, люди гуляют. Да, сволочи. Ай-яй-яй. Да, ребят, вот он Краснодар во всей своей красе. Влад, у тебя есть какие-нибудь замечания по... проведение всех этих мероприятий. Что, расскажи, пожалуйста. У меня кошка умерла, не получила квалифицированную помощь, потому вот. Что ну-ну. Клиники ветеринарные работают только по записи, а запись была через неделю. И у нее, у Тимы умерла кошка, да, это я подтверждаю. Вот потери. Просто потому что они не могут работать, почему нельзя было не сделать. Тима, ну понимаешь, видимо, кошки не имеют для тех, кто это все придумал. Вот девушка опять, обратите внимание, на ней нет маски. Ой, да что ж такое, почему? Ну, видимо, с завтрашнего дня начнут все в масках ходить, да? С 1 этого. С 1 мая все-таки удобнее. Да, я тоже так подумал. Да, скорее всего. Ну, что я могу сказать? Конечно, патруль времени, блин, обнаружил некоторые недочеты, скажем так. Но так как мы сейчас едем в центр города, да, мы, наверное, попытаемся сейчас показать еще центральную часть города. Но там-то, я надеюсь, все в масках, там же рядом, да? Да,
Да, рядом-то с администрацией края, наверное, все будут в масках. Хорошо, ну тогда временно можно отключиться или показать еще набережную. Ой, да надо же, наверное, Тима, Кубана набережную все-таки показать. Не краснодарцам. Вот девочка, ну абсолютно без маски, ну абсолютно. Ну куда же ты, деточка, ну деточка ты, ай-яй-яй. Она, видимо, еще не знает об указах. Она, может, не знает, что коронавирус. Да? Да, наверное. Точно, скорее всего, не знает. Влад, как ты считаешь? Да, может, она еще... идет, овощи. А, так она сейчас еще, вон они все в магазин. Нет никакого расстояния между ними, между прочим. Это опасно. Сколько метров там должно было быть? 1.5 метра. Господи, что творится? Что творится? Да. Ну, людей не так уж и много. Вот нет, но есть. Все равно какие-то ходят, даже здесь. Вот еще. Не, ну, они не носят эти маски. Принципиально, по-моему, все. Они что, уже считают, что лето наступило? Тима, ну надо что-то ж решать. Вот, суки, гастарбайтеры стопудово, блин, перешли дорогу в неположенном месте. Но, блин, это хохлы, Тима. Так, Владик, если бы ты чуть медленнее, чтобы я мог показывать людям нашу... Ёлка, а вот я люблю Краснодар, вот видишь, это же ёлки. И вообще, это же Кубана набережная, кстати, надо бы вот так попытаться. Там люди, ох, блин, какое бессовестное население у нас, а, Тима, ух ты, ёлки-палки, вот еще эти тоже идут. Да я сам 20 минут назад узнал, что принято решение такое, чтобы это, Краснодар примерно так, люди уже что-то разделись, конечно, никто не верит в грипп при такой жаре, ну, ребята, надо все-таки бдительность, нужна, да, Тима, как ты считаешь? В Краснодаре 27 градусов, как сказала Тима. Самое последствие, просто время, кстати, да. Через месяц. Да, никто, кто бывает в Краснодаре, тот вспомнит, что... Вот, во, бегуны, ну бегут без масок, Тима, ну они бегут без масок. Ну как, мы в противогазах в армии бегали. Понимаешь? А, ну... Смысл в том, что они бегают и дышат. Ну да. Тима, ну а если вот там вот один гад летает, вот этот вот коронный... вирус. Коронавирус, как сказала Низабел. Вот смотрите, все раздетенькие такие, веселенькие, ой, ты, твою мать. Да, краснодарцам нужно дополнительно по телевидению объяснять. Сидите дома. Не важно, что жара, не важно, что квартира однокомнатная на 6 человек. Не важно. Сидите и все. Хорошо, у меня не однокомнатная квартира. Ой, ох ты, что ж такое, на BMW, Mercedes. А есть ли у них разрешение у всех для вождения в это время? Не знаю, не знаю. Ну ладно, давайте, потому что следующая съемка будет тоже. Вон там, вот я еще показываю, девочка с ребеночком, он там тоже без маски. Черт побери, ну как так можно? Ну все, ладно.